Т-76 – самый известный плавающий танк в мире. Советские конструкторы создали его как универсальную амфибию, маневренную, устойчивую на воде и способную вести огонь на плаву. Танк без предварительной подготовки способен преодолеть водные преграды. Более 40 лет танки ПТ-76 активно участвовали в крупномасштабных учениях морской пехоты. Они первыми прокладывали путь на берег, уничтожая огневые точки. Эти машины служили отличным средством для захвата и удержания прибрежных плацдармов. Плавающие танки ПТ-76 исправно несли службу в советских вооруженных силах, в различных регионах и пользовались популярностью как у моряков, так и в сухопутных войсках. У каждой машины своя история создания и своя причина появления. Любая военная техника, любая боевая единица проектируется с конкретной целью для решения конкретных важных задач. Вот и этот танк создавался под вполне определенную задачу. После окончания Второй мировой войны бывшие союзники разошлись по разные стороны баррикад. Советский Союз установил контроль над многими странами Восточной Европы. В свою очередь, США и Великобритания создали свою собственную коалицию. Начиналась новая фаза противоборства между империализмом и коммунизмом. В такой ситуации политическое противоборство могло перерасти в военный конфликт. Тогда одним из театров военных действий стала бы Центральная Европа. Как известно, здесь множество рек и озер, а это может заметно снизить темпы наступления. Форсирование водных преград отнимает много времени у наступающих войск. Ведь для того, чтобы перебросить технику на другой берег, требуется использовать инженерные средства. Такие, например, как понтонные переправы. Но на это уходит время, и темп наступления снижается. Для решения этой задачи можно оборудовать уже существующий танк специальными средствами. И тогда он может преодолеть водный участок либо по дну, либо вплавь, используя специальные навесные понтоны. Правда, установка этих средств также процедура не быстрая. Но был еще один путь – создание плавающего танка. Ему для преодоления водных преград не нужно тратить драгоценное время на предварительную подготовку. Плавающие танки в Советском Союзе разрабатывались еще до Второй мировой. Правда, вооружались они лишь пулеметами, а их броневая защита была довольно слабой. В условиях нового времени требовался танк с гораздо более серьезными боевыми характеристиками. В 1949 году создание такой машины возложили на Челябинский Кировский завод. Общее руководство осуществлял конструктор Жозеф Котин. Опытный образец получил обозначение «Объект 740». Он был изготовлен в феврале 50-го. После государственных испытаний комиссия рекомендовала запустить его в серию. 16 августа 52 года «Объект 740» приняли на вооружение советской армии под обозначением ПТ-76. Легкий плавающий танк ПТ-76. Боевая масса 14 тонн, экипаж 3 человека, оружие, пушка калибра 76 мм, пулемет калибра 7,62 мм, мощность дизельного двигателя 240 лошадиных сил, максимальная скорость по шоссе 44 км в час, на плаву 10 км в час. Аббревиатура ПТ в названии машины, собственно, и означает «плавающий танк». Число 76 указывает на калибр орудия. ПТ-76 по своим водоходным качествам, проходимости, простоте и надежности конструкции был в то время лучшим танком среди однотипных машин. Этот успех объяснялся прежде всего использованием новых агрегатов и узлов, которые ранее не применялись. Впервые в мире на отечественном танке в качестве водоходного движителя были установлены два водомета. До этого применялся грибной винт, но при входе в воду он мог сломаться.
Еще одной проблемой были водоросли, которые иногда наматывались на винт и могли вывести его из строя. Использование водометов обеспечило отличную скорость на плаву и высокую проходимость по водоемам, заросшим кустарником и камышом. Работали водометы и по следующему принципу. Специальный насос забирал воду через два прикрытых решетками отверстия под днищем. Через патрубки в кормовой части вода выбрасывалась наружу, создавая необходимую для движения тягу. При перекрытии заслонкой одного из патрубков танк совершал поворот. Когда закрывались оба патрубка, вода выбрасывалась через бортовые отверстия, и машина двигалась назад. Танк имел большой запас плавучести и при необходимости мог даже перевозить десант на броне. На машине может транспортироваться десант в количестве 10 человек. Десант размещается вокруг башни. Стрельба из пушки при этом недопустима. Десант в количестве 5 человек размещается за башней. Стрельба из пушки при этом безопасна. По отношению к танку ПТ-76 можно применить такой корабельный термин, как «остойчивость». Остойчивость – это способность плавучего средства противостоять внешним силам, которые вызывают его крен. У ПТ-76 эта способность была очень хорошей. Нырнув с крутого берега, машина быстро восстанавливала равновесие и продолжала движение. Чтобы избежать попадания воды внутрь, на передней кромке верхнего лобового листа установили волноотражательный щиток. При входе в воду он поднимался и препятствовал натеканию волны на переднюю часть корпуса. Правда, щиток ухудшал обзор механику-водителю, поэтому на машине предусматривалось использование специального перископа. Экипаж танка состоял из 3 человек. Механик-водитель находился в отделении управления. Командир машины и наводчик располагались в башне. 76-миллиметровая пушка обеспечивала поражение целей прямой наводкой на дистанции до 4 километров. В силу специфики легких танков броневая защита на ПТ-76 противопульная. Ставка делалась на скорость машины, ее маневренность и проходимость. Танк уверенно себя чувствовал в условиях бездорожья. Низкое удельное давление гусениц на грунт позволяло преодолевать глубокий снег и заболоченные участки. Машина обладала высокой плавностью хода. Помимо комфорта для экипажа, это повышало меткость стрельбы с хода. Мягкая подвеска обеспечивает свободное передвижение танка по пересеченной местности и препятствиям. Получила в свое распоряжение надежную машину, способную и на штурм водных преград, и на длительные скоростные марши по суше. Но танк ПТ-76 нашел свое применение не только в сухопутных войсках. Еще на стадии государственных испытаний этим танком неожиданно заинтересовался военно-морской флот. Был проведен ряд испытаний. В частности, танки должны были преодолеть Керченский пролив. Машина держалась уверенно даже при волнении моря в 5 баллов и с честью выполнила задачу. Волна заливает смотровые приборы, и видимость с места механика-водителя ухудшается. Но командир танка имеет хороший обзор. Он по переговорному устройству передает команды и управляет танком на плаву. В начале 50-х годов ПТ-76 стали поступать на вооружение не только сухопутных войск, но и военно-морского флота Советского Союза. Этот плавающий танк был незаменим для использования в морских десантных операциях, таких, например, как захват плацдармов на побережье. В 57-м году машину модернизировали. Новый танк получил обозначение ПТ-76Б –
От предшественника он отличался в основном установкой новой 76-миллиметровой нарезной пушки и стабилизатора оружия в двух плоскостях. За время серийного производства ПТ-76 было выпущено около 5000 машин, из них около 2000 на экспорт. ПТ-76 состоял на вооружении почти 40 стран мира. Эти танки принимали активное участие в различных локальных военных конфликтах, в том числе на Ближнем Востоке, во Вьетнаме и Лаосе, в индопакистанских войнах. Плавающий танк ПТ-76 стал последним серийным легким танком Советского Союза. В середине 60-х понятие «легкий танк» ушло из классификации. Но, несмотря на это, легендарный плавающий танк ПТ-76 до сих пор несет службу в рядах вооруженных сил России.